Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня пятница, и сегодня у нас очередной отчет моей беременности. Сегодня буду говорить о 35-й неделе своей беременности. Первое, что хочу сегодня заметить, из чего хочу начать, это благодарность вам, дорогие мои подписчицы и подписчики, потому что особенно на прошлой неделе после своего отчета 32-й и 34-й недели я получила от вас прекрасные комментарии, слова поддержки и, в общем, очень приятные ваши слова о том, что все будет хорошо, что я выгляжу прекрасно и не стоит зацикливаться и переживать по поводу ни лишнего веса, ни гормональных каких-то историй, ни сложностей с беременностью. И попытаться сконцентрироваться на том, что беременность все-таки не хроническое заболевание, а вот такая вот временная история, которая обязательно закончится позитивным результатом. Поэтому спасибо вам большое за поддержку. На этой неделе, конечно же, она мне была сильно нужна, потому что сложилось у меня такое впечатление, что у меня вот прям какие-то качели. Если одна, там, две недели были спокойными, то следующая будет обязательно с какими-то приключениями. Собственно, что и произошло. Я отправилась на 35-й неделе к своему врачу на очередной плановый осмотр, и там обнаружилось... Вдруг, во-первых, у меня были не очень хорошие анализы, и в моей моче нашли глюкозу, то есть сахар. О чем это свидетельствует? В лучшем случае, если это не что-то опасное, то это означает, что ты просто, там, не знаю, предыдущий день поела больше сладкого, и метаболизм беременного организма, он, собственно, отправляет лишнюю глюкозу в мочу, и это на самом деле ничего особого не значит. Тем более, что в третьем триместре такое проявление может быть. Оно абсолютно не свидетельствует о том, что у тебя там диабет беременных и так далее. Это просто вот такое вот стандартное явление третьего триместра. Что в этом случае нужно делать? В этом случае нужно сильно контролировать, усиленно контролировать свой вес и усиленно контролировать все, что мы едим, то есть свою диету. Следовательно, уже перестать есть сладкое, перестать есть жирное, жареное, ну и, собственно, все, что мы знаем, что нам вредит. В худшем случае это может означать о наличии сахарного или гестационного диабета. И в этом случае тогда уже там надо смотреть, какие меры. Сложность в этом случае заключается в том, что тест на глюкозу проводить уже в третьем триместре, или вот, тем более на последние месяцы беременности, уже опасно. Потому что все-таки тот объем глюкозы, который мы выпиваем при сдаче вот этого крови на тест толерантности глюкозы, он все-таки зашкаливает. И поэтому здесь нужно очень аккуратно. И тогда уже врач принимает решение, какие меры предпринимать. Вот. Я, конечно же, разнервничалась. Естественно. Плюс ко всему, что меня еще вот как-то так расстроило, это был тот факт, что за две недели я набрала 5 килограмм. За две недели. Причем свой рацион я не меняла, и ничего больше, чем обычно, я не ела. Но, тем не менее, вот эти 5 килограмм, они вот были прям плюсом. И если вспоминать несколько видеороликов назад, когда мы говорили о лишнем весе в беременности, и я давала свои прогнозы о том, что у меня вес будет как минимум 30-35, если я правильно помню, но, по-моему, ближе к 35, вот, и мне там девочки говорили, ну что ты загнула, прям загнула, так вот, сейчас он уже 27 килограмм, то есть мне до 30 еще осталось 3 килограммчика, и тут я вижу, что за последние две недели я набираю 5 килограмм. И причем я не понимаю, откуда. Окей, да, я ела сладкое, но не больше, чем обычно. Вот, и поэтому я как-то так расстроилась. Доктор послушала малыша, посмотрела, сделала все необходимые проверки, все хорошо. Живот мой вырос на 3 сантиметра целых. Доктор моя посмотрела мои отеки, сказала, что я сильно отекаю. Меня сразу на 3 дня на капельнице, мне прописали эуфилин, по-моему, называется препарат, магний. То есть это смесь препаратов, которые вместе хорошо должны помочь вывести воду. Следовательно, мы должны понять, отек это или нет. После 3 дней капельниц ничего в моем весе не поменялось. В туалет я чаще не бегала, и такое ощущение, что, ну,
так особо на меня эти препараты не подействовали. Последний день мне дали еще фуросемид вместо эуфилина. Ну, сходила я в туалет, ну, до два раза больше, чем обычно. Но тоже не так сильно прям обильно, чтобы сказать, что вот из меня вода вышла. И уже после там нескольких дней я понимаю, что вес мой держится. То есть он не упал. Следовательно, это не отек. Ситуацию, наверное, поправил тот факт, что я уже пересдав свои анализы, увидела, что сахара или глюкозы в моче у меня нет, и все показатели абсолютно нормальные, хорошие, и все супер. Вот, поэтому мы как-то так успокоились. То есть я сейчас мужа прошу делать мне лимфодренажный массаж ног, рук, ног. Почему? Потому что именно вот с этим набранным весом я сильно-сильно чувствовала вот именно тяжесть в ногах, боль в ногах, кожа горит, она натянута. И действительно, я вижу, этот отек, он есть. Но он не уходит никуда. Вот, поэтому вся вот эта неделя прошла у меня в компрессионных чулках, которые меня просто спасли. То есть, если я там пару дней вообще не могла даже спать из-за тяжести и боли в ногах, да, вот именно этого отечности и вот этого груза, то тут я уже сказала, что я даже ночью не буду снимать эти компрессионные чулки, что, в принципе, не рекомендуется. Я просто поменяла на меньшую компрессию на ночь. То есть, если днем я одеваю второй компрессии, второй категории чулки, ночью я одеваю первую категорию, она немножечко полегче, но тем не менее я поняла, что вот сейчас уже на 9 месяце разница грандиозная. Поэтому, девочки, если вы страдаете отеками в ногах, особенно те, у которых есть проблемы с варикозными венами, пожалуйста, слушайте врача и одевайте компрессионные чулки, потому что они будут вашим спасением. Это действительно так, и это правда. Вот, и после того, как мы уже увидели, что все вроде бы в норме, доктор меня также отправила на дополнительное УЗИ. То есть это будет мое последнее УЗИ перед уже осмотром доктора в Ригу, уже перед записью в роддом и так далее. И, следовательно, это УЗИ я сделаю в Петербурге у своей горячо любимой доктора Каштановой, которую нахваливаю уже, не знаю, каждый свой, наверное, выпуск. Вот. Посмотрим шейку матки, посмотрим малыша. Я очень интересуюсь именно его весом, потому что все, 35-я неделя у меня уже пошла, следовательно, до 37-й недели, когда малыш считается доношенным, осталось всего там 2 недельки, и поэтому очень интересно посмотреть, какой же у него вес. Вот, в 35-й неделе в норме этот вес должен быть приблизительно 2,5 килограмма, длина малыша должна быть 46 сантиметров, и в принципе тут уже малышок, ну, грубо говоря, уже сформирован, и он только набирает вес, и только он растет. Это я чувствую, конечно же, по его пинкам, потому что то, как он бьется сейчас, и то, как он вертится сейчас, это, конечно, ну, что-то с чем-то. То есть он набирает свою силу, и пинки, они очень активные, наверное, такие же активные, как были до этого, но, тем не менее, сила, с которой он меня бьет, это просто что-то с чем-то. Ух, порой, конечно, меня прям дыхание перебивает, и я прям замираю в тот момент, когда малыш бьется. Причем он у меня еще и вертится, то есть он лежит головой вниз, но вертится он слева направо. То есть спина и ноги меняются с одной стороны на другую, и это, конечно, зрелище то еще, когда живот просто становится таким каким-то в одну сторону направленным, кривым, косым, и я уже там глажу, говорю: малышоныш, давай ложись скорее, потому что маманька твоя вообще переживает, живот натягивается, давление сильное, и вообще-то это больно, поэтому давай-ка ты там ложись как-нибудь, устраивайся, и все, не мучай мать. Вот. Он, конечно, покорно меня слушается, и при звуке моего голоса, при поглаживании живота, он быстренько-быстренько как-то ложится. И еще одно такое, наверное, забавное наблюдение последних, на самом деле, недель, просто я все время забывала об этом рассказать. Оно касается пищеварения. Я вот как-то очень сильно всю беременность боялась, что же будет с моим пищеварением в последние месяцы беременности, потому что мучилась и всегда, как я уже говорила, слишком много информации, извините, но тем не менее, запорами. И я считаю, если беременные бабы меня смотрят, то вам это нужно знать.
и как-то понимать, что это такая стандартная ситуация, она практически у всех. Просто об этом часто не говорят, ну, из серии, потому что это, ну, как-то очень деликатно. Вот. Я женщина простая, поэтому рассказываю о вот этих всех историях. И я боролась с налаживанием режима. Мне помогало то, что у меня вот приемы пищи, они по времени, и конкретные продукты я употребляю. Очень помогало мне кефиры, разные смузи, в которые я добавляла клетчатку, добавляла семена, добавляла льняные семена. Вот это прям один из топовых продуктов. То есть это кефир плюс льняные семена. Вечером перед сном еще капнуть несколько капель или даже, может быть, чайных ложек масла оливкового или виноградного, это вообще, ну, то есть это очень сильно помогает. Но номер один мой продукт – это семечки. Я вот вообще была в шоке. Я мужа ругала, когда он покупал, изредка, конечно, эти семечки. Говорила, что ж ты как быдло человек-то ешь эти свои семки, это же кошмар. И что-то как-то он там их... Щелкал, я там чуть-чуть у него взяла, думаю, ладно, поем-ка я эти семки. И тут я поняла, что эти семки меня отправили тут же в долгое и блаженное путешествие. Вот, поела эти семки второй день, опять то же самое. И тут я поняла, что шикобабство мое закончилось, люкс-люксовый космический тоже, и очевидно, я вот районная баба, которая наплевывает целый пакет шелухи и каждый день жрет семечки. Но зато счастливая районная баба отправляется в туалет и, в общем, не страдает больше запорами, вот этим дискомфортом дополнительным в последний месяц своей беременности, который вдобавок ко всему остальному, отекшим ногам и просто вот всему кошмару, который со мной происходит, усталости и так далее, ну, как-то уж совсем картину не украшает. Следовательно, так что, если ничего вам не помогает, и вы понимаете, что уже выхода никакого, серьезно, попробуйте семечки. Авось поможет, мне помогло уж точно. Еще записалась на курсы. На курсы для беременных, предродовые и послеродовые. Обыскалась уже все, что могла, посмотрела. И единственные курсы очень-очень крутые, которые по отзывам и по своей программе, они действительно лучше всех остальных, я нашла в Риге. То есть это целый месяц курсов. Каждое занятие занимает приблизительно 3-4 часа. Они очень долгие, очень емкие. Они присылают кучу материала тебе на почту, включая там, я не знаю, какую-то информацию по пособиям, где маме что искать, где бесплатно рожать. То есть там такой объем информации полезной, который тебе просто необходим, что я просто действительно была в большом-большом восторге. Так что последний месяц своей беременности я постараюсь выдержать долгие часы занятий, буду исправно ходить на курсы и буду готовиться уже к родам. Ох, волнительно это не могу, но что делать? В общем, приближается моя дата. И мы с малышком уже настраиваемся и друг с дружкой тут договариваемся о том, что будем сотрудничать и попытаемся весь этот процесс пройти как можно быстрее, как можно легче, без всяких разных происшествий, историй и так далее. Вот такая вот моя 35-я неделя беременности. На этом заканчиваю свой выпуск в хорошем настроении, потому что вы меня очень сильно поддержали, и это меня, конечно же, радует. Вот, вам желаю добрых выходных, мы с вами увидимся уже в понедельник, а тем временем подписывайтесь на канал, если не подписаны, нажимайте на звоночек, пишите комментарии, рассказывайте мне о своем опыте беременности и поддержите свою старушку, в общем, в этом нелегком мероприятии рождения нового человека на свет. Ну все, на этом все, пока!